Помимо конфликта на Украине, к которому, безусловно, вернемся еще неоднократно, буквально вот последних дней, недель события на Южном Кавказе, вот председатель Евросовета Шарль Мишель не далее, как вчера, в интервью сказал, Россия предала армянский народ. Кто сказал? Шарль Мишель, председатель Европейского Совета. Знаете, у нас в народе говорят, чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала. Корова. Корова, кобыла, неважно. Животное, короче, какое-то. Значит, это все? Я вас перебил, извините. Не, пожалуйста. Да. Вы понимаете, ведь что происходило, что произошло в самое последнее время? Вот что. Ну, после известных событий и развала Советского Союза, мы знаем, что был конфликт, начались этнические столкновения между армянами и азербайджанцами. Они начались в городе Сумгаите, потом перекинулись на Карабах. Все это привело к тому, что Армения фактически, не Карабах же, Армения фактически поставила под свой контроль весь Карабах и 7 прилегающих территорий. 7 районов Азербайджана. Это, по-моему, чуть ли не 20% территории Азербайджанской республики. И вот все это продолжалось многие десятилетия. Должен сказать, что я не раскрою здесь никакой тайны. Мы много раз на протяжении лет 15 последних предлагали нашим армянским друзьям пойти на компромиссы. Какие? Вернуть Азербайджану 5 районов вокруг Карабаха, 2 оставить за собой и таким образом сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом. Но наши карабахские друзья из раза в раз нам все время говорили, нет, это создаст для нас определенные угрозы. Мы в свою очередь говорили, послушайте, ну, Азербайджан растет, экономика развивается, это нефтегазодобывающая страна, там уже свыше 10 миллионов населения. Давайте сравним потенциалы. Пока есть такая возможность, нужно найти этот компромисс. Мы со своей стороны уверены, проведем соответствующие решения в рамках Совета Безопасности ООН. Гарантируем безопасность этого возникающего естественным образом Лачинского коридора между Арменией и Карабахом. Гарантируем безопасность армян, проживающих на этой территории. Но нет, нам сказали, нет, мы на это пойти не можем. А что будете делать? Будем сражаться. Ну, ладно. Вот дело в конечном итоге дошло до вооруженных столкновений в 2020 году. И тогда я тоже предложил нашим друзьям и коллегам, кстати, тоже президент Алиев на меня не обидится, наверное, но была в какой-то момент достигнута договоренность о том, что азербайджанские войска остановятся. Я, честно говоря, думал, что вопрос решен. Позвонил в Ереван и вдруг услышал, нет, пусть они уходят из той незначительной доли Карабаха, куда войска Азербайджана зашли. Ну и все. Я говорю, послушайте, а что вы будете делать? Опять та же самая фраза. Будем сражаться. Я говорю, ну послушайте, они сейчас через несколько дней выйдут в тыл вашим укреплениям в районе Агдама, и все закончится. Вы понимаете? Да. Что будете делать? Будем сражаться. Ну ладно. Ну вот, значит, все получилось так, как и получилось. В конечном итоге все-таки мы договорились с Азербайджаном, что после выхода на линию Шуши и в саму Шушу боевые действия будут остановлены. Было подписано соответствующее заявление в ноябре 2020 года. О приостановке боевых действий и о вводе наших миротворцев. И вот следующий очень важный момент. Правовой статус наших миротворцев был основан исключительно на этом заявлении от ноября 2020 года. Никакого статуса миротворцев так и не возникло. Ну, сейчас не буду говорить почему,
Азербайджан считал, что это нет в этой необходимости, ну а подписывать без Азербайджана было бессмысленно. Поэтому весь статус был основан, повторяю, исключительно на заявление от ноября 2020 года. И права миротворцев заключались только в одном – в наблюдении за соблюдением режима прекращения огня. Все. У нас у миротворцев никаких других прав там не было. Ну и нет. Только наблюдение за прекращением режима, за прекращением огня. Все. Но такое зыбкое состояние, оно продолжалось определенное время. Теперь вы упомянули про уважаемого мною председателя Евросовета, господина Мишеля. Вот в Праге, значит, в Праге в осенью 2022 года, вот под эгидой господина Мишеля, потом президента Франции Макрона и господина Шольца, канцлера ФРГ, собрались и лидеры Армении, и Азербайджана. И там подписали заявление, понимаете? Заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджанской республики. Более того, руководители делегации, руководители Армении прямо назвали территорию Азербайджана в квадратных километрах, в которую, безусловно, входит и Карабах. И подчеркнули, что они признают суверенитет Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР, входившей в свое время в состав СССР. А, как известно, в состав Азербайджанской ССР входил и Карабах. То есть, по сути, был решен главный, абсолютно ключевой вопрос, который заключался в статусе Карабаха. Когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость. Даже Армения. Что, честно говоря, для меня странно, но, тем не менее, такое было решение. Они не признали независимость Карабаха. Но здесь, в Праге, они признали, что Карабах принадлежит Азербайджану. А потом, в начале 23-го года, вторично повторили то же самое на аналогичной встрече в Брюсселе. Но вы знаете, так между нами, хотя между нами уже это, наверное, не подходит, но тем не менее. Но если пришли... Нам, кстати, об этом никто не сказал. Я лично узнал это из прессы. Но Азербайджан и всегда считал, что Карабах – часть его территории. Но определив статус Карабаха как части Азербайджана, Армения совершила качественные изменения своей позиции. После этого на одной из встреч ко мне президент Алиев подошел и говорит: «Ну вот видите, все признали, что Карабах наш». Ваши миротворцы там находятся на нашей территории. Понимаете, даже статус наших миротворцев претерпел сразу качественные изменения после определения статуса Карабаха как части Азербайджана. Он говорит: ваши военные находятся на нашей территории, и давайте теперь договариваться о их статусе на двусторонней основе. Премьер Пашинян подтвердил: да, вам нужно теперь договариваться на двусторонней основе. То есть Карабах ушел. Можно что угодно говорить об этом статусе. Но это было ключевым вопросом. Статус Карабаха. Вокруг этого все крутилось на протяжении предыдущих десятилетий. Как и когда, кто и где будет определять статус. Все. Армения его решила. Карабах перешел в состав Азербайджана официально. Это такова позиция армянского государства современного. Ну а нам-то что делать? Нам что? Все, что происходило в недавнем прошлом, неделе, две, три назад,
и перекрытие этого Лачинского коридора и так далее. Все это было неизбежно после признания суверенитета Азербайджана над Карабахом. Это было только вопросом времени. Когда и каким способом Азербайджан будет наводить там конституционный порядок в рамках конституции азербайджанского государства? Ну а что скажешь-то? А как на это реагировать-то еще? Армения признала, а мы что должны делать? Нет, а мы не признаем. Ну это же нонсенс, правильно? Ерунда какая-то. Вот я сейчас не буду рассказывать, думаю, что некорректно о нюансах наших дискуссий, но то, что произошло вот в последние дни или в последние недели, ну, это было неизбежным следствием того, что было сделано в Праге и в Брюсселе. Поэтому вот господин Мишель и его коллеги должны были бы тогда подумать, когда уговаривали, видимо, я не знаю, надо спросить их самих, где-то закулисно, кулуарно уговаривали премьер-министра Армении господина Пашиняна вот пойти на такой шаг, должны были бы все вместе подумать о судьбе армян Карабаха. Должны были бы как-то, ну, хотя бы что-то прописать о том, что и как их ожидает в этой ситуации. Какой-то порядок интеграции Карабаха в азербайджанское государство. Какой-то порядок, связанный с обеспечением их безопасности и соблюдением их прав. Но там же ничего этого нет. Там есть только заявление о том, что Карабах – это часть Азербайджана. Все. И что мы должны делать? Если так сама Армения решила, нам-то что делать? А мы что делали? Мы использовали все, что, чем мы располагали в правовом смысле, для того, чтобы обеспечить гуманитарную составляющую. Как вы знаете, у нас там люди погибли, между прочим, защищая армян Карабах. Наши миротворцы. Мы оказывали им гуманитарную помощь, оказывали медицинскую помощь, обеспечили их выход. Ну, и если уж возвратиться опять к нашим европейским, так называемым, коллегам, да, но они хотя бы сейчас гуманитарную помощь, пускай посылают там на содержание тех несчастных людей, по-другому сказать не могу, которые вышли со своих родных насиженных мест из Нагорного Карабаха. Но, мне кажется, это-то они сделают. Но в целом, по большому счету, нужно, конечно, подумать о их судьбе в долгосрочной перспективе. А Россия этих людей готова поддержать? А я же только что сказал, мы же их поддерживали. У нас те, кто ушел. У нас люди там погибли, защищая их, прикрывая их собой и обеспечивая гуманитарную поддержку. Ведь у нас там в центре наших миротворцев, туда же все беженцы пришли, под защиту наших миротворцев. Тысячи там собрались, туда приходили. Женщины и дети в основном. Вот. Так мы, конечно, тоже готовы оказывать. Армения не перестает быть нашим союзником. Если там есть гуманитарные, они есть, гуманитарные вопросы, мы, конечно, их готовы и будем обсуждать, и готовы оказывать поддержку и помощь этим людям. Это само собой разумеется. Но я просто сейчас вам рассказал, как события развивались. Ну, коротко, но в целом основное я сказал. Владимир Владимирович, еще один такой нюанс в этой связи. Сейчас азербайджанское руководство очень жестко зачищает тех, кто на службе был в Карабахе, руководителей. И там есть разные люди, включая тех, кого в России хорошо знают, как Рубен Варданян, например. Мы можем... он отказался от нашего гражданства. Но он был. Мы можем как-то призвать азербайджанское руководство проявить, милосердие. Мы всегда это делали, и сейчас это делаем. Я разговаривал, как вы знаете, по телефону с президентом Алиевым. Ну и раньше мы говорили о том, что чего бы там ни случалось, и он меня все время заверял в том, что бы ни случилось, он обеспечит и безопасность, и права армянского населения Нагорного Карабаха. Но сейчас там же армян-то не осталось. Все ушли. Вы знаете, что все ушли? Там просто нет армян.
Ну, может быть, тысячи, полторы, все. Ну, все, там просто никого нет. А вот что касается бывших руководителей, я не знаю, не хочу там вдаваться в детали. Ну, я так понимаю, что их особенно в Ереване не хотят видеть. Но я исхожу из того, что руководство Азербайджана все-таки будет исходить из... В данном случае, когда все вопросы территориального характера для Азербайджана решены, все-таки будет исходить из соображений гуманитарного характера.